Здравствуйте! Сегодня я буду закрывать ассорти – помидоры с огурцами с лимонной кислотой. Я буду закрывать в 3-литровую и 2-литровую баночку. Расчет лучше делать на 2 3-литровые банки. Вот я взвесила огурцы, у меня получается на 3-литровую баночку 250 кг огурчиков. Ну и вот 4 таких не особо мелких помидора. Можно помельче помидоры, больше, можно меньше огурцов, больше помидоров, как хотите. Можно пополам, половину огурцов, половину помидоров. Вот. То есть это ассорти, то уже как вы хотите сами, так и закрывайте. 3-литровую баночку заполняю специями. Вот. Такие пару зонтиков укропа, пару листочков вишни, пару листиков малины, листочки хрена, если есть листья смородины. Так, и теперь огурчики. Значит, огурчики у меня уже подготовленные. Вот я края обрезала немножечко. И теперь закладываю баночку. Вот если у вас огурчики есть крупные, значит, вниз их в таком положении вертикальном, а те, которые поменьше, можно в горизонтальном. Так, у меня огурчики маленькие, поэтому я их вот так просто в баночку закидываю. Часть огурчиков я в баночку уже заложила, немножко встряхиваю. Так, теперь чесночок нарезаю, ну, где-то 1,5 зубчика. Так, горошки горького перца, перчик такой миленький, ну, горошин 7. Так. И душистого, горошинки 4-5. Так, и теперь помидорчики. И заполняю пространство. Баночки заполнила. Здесь и сладкая перчинка есть, и немножко веточек укропа сверху, и несколько колечек чеснока. И теперь заливаю кипятком. Так, накрываю крышечкой. Баночки чистые, вот крышки простерилизовала. Вот на 3-литровую банку идет 1,5 литра воды. Банки накрываю полотенцем. Вот, и так они будут стоять. Ну, примерно 20-30 минут, пока можно будет уже свободно держаться за банки. Вот сейчас они очень горячие. Так, пусть прогреваются огурчики и помидоры. Прошло полчаса, уже за баночки можно держаться. И буду сливать воду. Огурцы и помидоры прогрелись хорошо. После того, как я из баночек слила воду, добавляю сюда соль и сахар. Значит, расчет на 1 литр. На 1 литр идет 3 столовые ложки сахара и 1,5 столовые ложки соли. Но так как у меня здесь 3 литра, значит, я сюда добавляю 9 столовых ложек сахара. Без горки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9. Так, и 4,5 столовые ложки соли, тоже без горки. 1, 2, 3, 4 и 1/2. Так, все размешиваю.
и ставлю на плиту. Хочу сказать, прежде чем наполнять баночки огурцами, их нужно залить водой часа на 4. Теперь нужно не забыть добавить лимонную кислоту перед тем, как наливать маринад. В 3-литровую насыпаю чайную ложечку, а в 2-литровую немножко меньше. Наливаю маринад сначала в 3-литровую баночку. Так, и закатываю. Так, проверяем. Все, баночка закручена. Заливаем 2-литровую. Теперь баночки переворачиваю, смотрим, чтобы нигде не протекало. Так. Теперь баночки нужно накрыть чем-то теплым, или одеялом, или вот я полотенцем. Они будут стоять до полного остывания, и такую консервацию можно хранить и в комнате, и в подвале. Вот. И, как я вам уже говорила, лучше делать расчет на 2-3-литровые баночки, так как на одну баночку идет 1,5 литра воды и на вторую, то есть на 3 литра расчет. Ну а сегодня все. Желаю вам удачных консерваций. С вами была Татьяна. До свидания, до следующих встреч.